Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Если вы спросите, когда лучше высаживать томаты, то любой опытный садовод-огородник скажет вам, конечно, в дождливую пасмурную погоду. Вот сейчас у нас после 30-градусной жары идет дождь, и я второй день стараюсь быстрее высаживать свои томаты. Высаженные в такую погоду, они будут меньше болеть, будут здоровые и дадут мне хороший урожай. Потому что если вот рассада, выращенная в стаканах, вот видите, она совсем не чувствует пересадки, то те, которые были в лотках и в ящичках, вот был жаркий день, они вот так себя чувствуют, очень плохо. Поэтому сейчас, пока идет дождь, я скорее бросила все дела и второй день уже высаживаю рассаду томатов. Если вам нужно высаживать томаты, подгадайте, дождитесь пасмурной такой или лучше даже дождливой погоды. Вот у меня сейчас идет дождь, это самая прекрасная погода для высадки томатов. Несколько дней мне будет некогда, я даже не буду выходить в Одноклассники, но потом я снова появлюсь в сети и все вам расскажу про высадку томатов, потому что сейчас действительно нет ни одной свободной минуточки. До свидания!